друзья, всем привет! Начнем мы наше очень интересное путешествие по множеству интересных моментов. Что и как все это происходит, мы уже разбирались. Но давайте все-таки разберемся теперь, кто за этим стоит. Ведь множество технологий, которые нам неизвестны, мы видим часто по телевизору, как разрабатывают роботы, дроны или что-то еще. Но есть только одно и очень интересное явление, которое называется секретно-тайное оружие. И по поводу этого мы с вами сегодня поговорим. Не поленитесь, поставьте лайк, оставьте комментарии, ну а мы, друзья, с вами начинаем. В связи с всей ситуацией у нас много чего происходило, и самое главное то, что мы видим, слышим. И есть множество секретных технологий, которые от нас скрыты. Кто-то думает, что это Россия разрабатывает, кто-то Китай, а кто-то думает весь мир. Давайте все-таки мы разберемся. Ну а вы не забудьте поставить лайк. Знаете, что самое интересное, что Советский Союз и США раньше были, можно сказать, бойцами в то время. Они разрабатывали, кто больше разработает гранат, бомб и даже ядерных боеголовок. И стало то, что должно было произойти, ну, реформа или что-то, нечто необычное. Кто-то пытался найти технологии, которые были закопаны в земле, кто-то пытался их создать, но это уже не важно. Советский Союз в то время тайно разрабатывал множество технологий. Кто-то утверждает лазерные, кто-то плазменные, а кто-то даже думает, что есть, друзья, те иные силы, которые им и помогали. Но это еще не все. За последнее время вы можете видеть несколько удивительных фрагментов. Посмотрите на эту удивительную картину. Вам не кажется, что здесь что-то происходит? А самое главное это то, что множество очевидцев, наверное, скажут, что это фейк. Перед вами находится несколько удивительных фрагментов истребителей, которые были атакованы нечто и необычным врагом. Кто-то думает, что это НЛО, но на самом деле есть множество интересных событий, которые это могут доказать. Но мы сегодня про это и не будем говорить. Множество людей сталкиваются с НЛО. Это реально. Есть разные события, которые вас могут и шокировать, а могут даже и напугать. Но кажется то, что множество из вас людей, которые реально думают, что это фейк, но это вы думаете. Вот, друзья, необычный фрагмент разработок. Я уверен, что вы никогда такого не видели. Нет, может, где-то и в фильмах видели, но это необычное оружие называется по разным категориям и по разным названиям. Но это оружие еще нигде вы не увидите. Но это мое субъективное мнение. Перед вами, друзья, самый секретный и самый опасный самолет в мире. Так мы его назовем в этом моменте. Что он перевозит на спине, вы видите прямо сейчас. Но вы не понимаете, что этот объект может сделать. Это лазерная установка или, как утверждают, плазменная. Есть множество событий, которые происходили. И эта необычная пушка может сжечь целый город. Представляете? Перед вами уникальные кадры. Но вопрос, кто заснял эти уникальные кадры? Есть множество испытаний, которые проходят люди. И есть те места, где создают условия для прохождения этих испытаний. Создают города, создают много чего другого. И перед вами происходит уникальный момент. Лазерная пушка сжигает все на своем пути. Но это еще не все. Американские пилоты стали замечать, как в небе происходят уникальные события. Все думали, что это ракета или что-то наподобие. Туда было отправлено два истребителя. Это необычное видео было заснято на Аляске. Суть в том, что США часто видят какие-то необычные надувные шары или что-то наподобие. Но вот вопрос для тех, кто хочет реально узнать правду. Перед вами, друзья, спутник.
Нет, не тот спутник, который в космосе летает. Этот спутник полетит в космос. На нем установлены несколько шарообразных шариков, которые вы видите впереди. Это, друзья, вы не поверите, ядерные боеголовки. Зачем запускать ядерную боеголовку, когда можно ее просто запустить через специальную ракету? И оно будет висеть хоть годами, хоть столетиями. И управляется все это через специальную связь. Вы видите, на нем установлены солнечные энергетические батареи. Но это еще не все. F-18 пилот перехватил, но не зная того, что он видел, ему приказ не дали уничтожать. Но правда это или нет, мы не узнаем, потому что технологии останутся засекречены. А вот еще очень интересный момент. То же самое, друзья. Но здесь происходят уникальные моменты, которые вы еще не видели. Перед вами находится уже лазерная установка, а это уже принадлежит, скорее всего, США или НАТО. Это то же самое, что предыдущее, но здесь совсем другое. Накапливание энергии находится именно не в центре, в самой, а именно по тому месту, где расположены специальные энергетические центры. То есть у этого объекта есть своя автономная энергия. Все же знают, есть электростанции, атомные станции, а это внутренняя станция. И оно накапливает энергию не за счет этого реактора, а за счет солнечных лучей. Конечно, это странно звучит, но это так и есть. Но опять же, все влияет на погодные условия. Если вам было, друзья, интересно и вы увидели много чего необычного, то поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий. Я надеюсь, я больше вам покажу и расскажу, что и как происходит с нашим миром и кто за этим стоит. Так что, друзья, всем хорошего дня, хороших выходных. А я с вами, как всегда, прощаюсь. Тайна НЛО. Пока-пока.